В редакцию, точнее, на мой сотовый телефон позвонили не один раз и не один десяток раз. С одним банальным вопросом. А где находится Shell-центр? Я, в принципе, неоднократно объяснял, что это АЗС городская центр. Ну, для тех, кто не доходит. Вот смотрите, драмтеатр имени Пушкина. Гипромесс. Обязательно развернитесь у Дома Советов, если вы с вокзала едете. Все, не доезжая до перекрестка с Гагарина по проспекту Ленина, поворачивайте направо. Налево нельзя, здесь двойная сплошная. Вот она, АЗС городская центр. Здесь находится Shell-центр. Доехали? Ну и вот я до сюда доехал. Минус 20 на улице. Тем не менее, я перевел свой автомобиль на масло Shell. И даже на полусинтетике я завелся легко. Без помощи прикуривателя и всего остального. Ну а поскольку на улице все-таки не месяц май и далеко, не май, то поменять свое масло на достойное и легкозаводимое лучше всего здесь. Тем более, что стоит это совсем дешево. Вообще, для справки, надо понимать, что узконаправленный специалист – это по сути вещь. До 10 таких специалистов могут запросто конкурировать со всеми вместе взятыми станциями технического обслуживания. Естественно, при наличии должного количества рабочих мест. Shell-центр работает по двум направлениям – шиномонтаж и замена рабочих жидкостей. Казалось, ничего нового. Но отсутствие склада в совковом понятии – это отсутствие тормозной кладовщицы, электронный контроль масла в граммах, масло, которое есть постоянно, и высочайший профессионализм шиномонтажа на специализированном оборудовании, отсутствие перекуров и бесполезного трепа. И вот залог успеха. Кстати, учитывая отличное качество рабочих жидкостей Shell, наличие большинства фильтров и даже салонных, и вам еще надо терять время, терять нервы от ценника, тормознутости и терять деньги на псевдодилерских центрах? Нет, конечно, можно поэкспериментировать. Вот только если ваши эксперименты закончатся появлением подобного рода безобразия, то это на ваш собственный страх и риск. Немало мы были удивлены вчера тому, какая машина приехала. Чистая, тюнингированная, белая Nexia. Вот это состояние масла, это что, свойственно отдельным сервисам и дилерским центрам? Почему масло превращается в мазут, непонятно? И вообще, что это за консистенция такая? И как с ней бороться? Ну, такое обычно бывает в основном после гарантийного обслуживания. Там, как правило, масло или полностью не меняют, или вообще не меняют, или как-то там частично. Поэтому и пробеги довольно-таки большие. Обычно там они рекомендуют ездить 15-20 на масле. Так с такими пробегами никак нельзя. Поэтому вот масло приобретает такое свойство. Может, масло плохое у них там. Можно ли им помочь и вообще грамотно ли сразу после такого состояния двигателя заливать экстра масла, которые обладают моющими свойствами, такие как Shell? Нет, такое масло лить туда ни в коем случае нельзя. И после, скажем так, такого состояния масла, когда вот довелось, то уже надо будет довольно долго это дело все отмывать, промывать. Это процедура довольно дорогостоящая и долгая. Вы можете справиться и помочь? Ну, естественно, под ответственность владельца. Ну, конечно, это все делаем. Есть специальные промывки именно для такого состояния двигателя, когда довели уже. Есть специальные промывочные масла. Это все реально сделать. Ну и добро пожаловать в зиму. Добро пожаловать в температуру минус 20, минус 30. Если мы заливаем масло Shell, то это даже минералка. Как машина себя ведут? Ну, на Shell, в принципе, еще ни разу не было, чтобы кто-то приехал, сказал, что не завелась машина или как. Ну, масло довольно качественное, поэтому заводится в любой мороз. Ну, а для самых требовательных мы что предлагаем? Ну, 0,40, 5,30 Shell. Действительно дельные рекомендации, а великолепные смазывающие свойства масла Shell Helix в низкие температуры мною лично опробованы уже давно. И вы, наверное, уже поняли, что каждой магнитогорской зиме надо купить новый аккумулятор и залить полярный нулевой, либо пятый сорт масла. Вообще, справедливости ради заметим. Не все российское – это то, что не тонет. И не все масла хуже Shell. Можно, конечно, повыбирать. И многие делают замену бесплатно. Но что предлагает Shell-центр? Правильно. Работу в режиме пит-стопа. Быструю и аккуратную. Потому что они – профессионалы узкого профиля. Набившие руку, знающие, как это делается не на примере одной марки. Реально обслуживая любую. Они возьмут количеством, тогда как другие – ценой. Намек понятен? И с гордостью скажем, что Shell-центр это сейчас чемпион
И за этим чемпионом в очереди стоят другие желающие также быстро и также дешево менять масла. Ну, это, конечно, достижение автостопа, что мы вам открыли вот эту возможность. Дешево делать техобслуживание, менять масла, антифриз, да, тормозную жидкость. Видите, сколько счастливых людей выезжает отсюда. Потому что дешево. Так, где располагается? Я специально вам показываю, да? Вот отсюда, АЗС городской центр, до Гипромеза рукой подать. Тут еще есть драмтеатр имени Пушкина. То есть, ну, более чем удобно. Ну, приходится иногда в пробке поторчать. Ну, ничего страшного, зато деньги вы на другом сэкономите.